То есть хотя бы один у вас есть? Ну, один у вас есть. Понял, понял. Вы сейчас где находитесь? Ищите таким образом, чтобы залог оставить, депозит оставить не через карту, а наличными, чтобы они вам потом вернули в наличные. Нет, говорят, машинки тоже есть. Я никогда не использую, у нас просто машина, мы берем обычно машину. Лучше взять машину. Машина стоит где-то 30-40 долларов аренды на сутки. Ну, в общем, смотрите, если запланируете... Смотрите, если запланируете, я вам дам контакт Сергея. Сможете с ним съездить на дайвинг. И сейчас море в Плайя-дель-Кармен грязное. Там обычно водоросли. Саргасы называются.